Вот они, самые юные участники фестиваля «Житейское море». Эти стихи, песни они разучивали в течение года вместе с руководителем студии «Жар-птица» Анастасией Кочергиной. По ее словам, нужно, чтобы дети не просто выучили слова, но и понимали, о чем поют. Цель фестиваля – рассказать простым людям, жителям о таком замечательном жанре, который существует в традиционной русской культуре. Взрослые точно понимают, о чем они поют. Дети им сложнее, потому что это сложный жанр. И вот пытаемся дать детям полегче материал, не такой поэтической нагрузки сложной. Но перед тем, как брать для детей такое произведение, нужно им объяснять и прорабатывать. Хорошо, допустим, мы один вот этот стих учили уже почти год. Что ты чувствуешь, когда поешь такие красивые песни? Что мне это нравится, вдохновение. В культурно-досуговом центре «Заречье» в вербное воскресенье проходит этот фестиваль. Духовный стих – особый вид творчества. Это религиозные тексты, которые пришли к нам от наших бабушек и прабабушек. Артист Сергей Сухов уже вечером выйдет на сцену вместе с ансамблем «Добро». А пока для всех участников фестиваля он читает лекцию «Что такое духовный стих?». Духовные стихи – это народное православие, прям совсем просто. А слышать они могли на концертах, по крайней мере, мой коллектив «Хор Абаканская песня» исполняет данные произведения. Другие фольклорные коллективы в своем репертуаре имеют этот жанр фольклорный и на своих концертах с ним выступают. А вот фестиваль в городе Абакане и вообще в республике Хакасия проводится впервые. Кстати, некоторые называют такие стихи исповедью. На фестивале горожане получают уникальную возможность познакомиться с фольклорным творчеством и сделать на память тряпичную куклу-оберег, а также стать участником духовной беседы. Фестиваль духовного стиха «Житейское море» пока только в начале пути. Организаторы уверены, что он станет традиционным и объединит вокруг себя людей неравнодушных, верующих и с большим добрым сердцем и душой. Ведь в этих стихах, песнях так много близкого и родного. Дарья Казак, Василий Канзычаков. Новости.